Всем привет! Не доброе утро, добрый день. Уже после 12. После часа. Нет, 12. Я не знаю, сколько у нас сейчас прошло. После часа. В общем, слушаем математику и делаем свои дела. Не могла сделать с утра, потому что Джашек просто лез и мешал. Мы уже читали, мы уже писали, рисовали. Теперь считаем. Всем привет, друзья. 5. В общем, закончили мы с этой математикой. Тринка, конечно. И очень трудно быть внимательным. Тут же столько всего в доме своего, игрушек, знаете, очень, очень легко обращать внимание на что-то другое, кроме видео учительницы. Это все время бум-бум-бум. Мы слушаем, перестань, да-да-да, слушаем, да-да-да. И мне кажется, что легче будет, если я просто посмотрю видео сама, а потом сама ей это буду объяснять, то, что учительница хочет ей сказать. Ой, в общем, с утра мы с мужем начали разговаривать о финансах, что можно не платить на данный момент и все такое. Он уже позвонил в кредитную компанию, где мы оплачиваем машины. И, в общем, с ними он уже организовал, что можно пропустить. Yes, baby. Можно пропустить один из оплат в этом месяце. Также думает сделать это с домом, пропустить один месяц. Я говорю, ну да, я не говорю, это, конечно, классно, отлично, но говорю, у нас самая большая растрата, это будет завтра, которая будет автоматически взята из нашего банковского счета. Это наша школа. Он так, сколько? Я ему сказала, он так... Короче, знаете, вот... Он живет в неведении, он не знает, что, как. Потому что все счета оплачиваю я, он только их деньги делает, знаете. Он вот стукнуло в голову, что он не идет на работу ради сохранности нашей семьи. Я все это прекрасно понимаю, но, блин, также есть счета. В общем, он немного прозрел. Я все-таки позвонила в школу и сказала, говорю, так и так, вы можете мне что-либо предложить на этот счет. Говорю, у меня муж не работает на данный момент, нам будет трудно оплачивать школу, у нас его осталось 2 месяца. В общем, завтра будет, но, говорит, то, что будет завтра, говорит, я не могу отменить, это уже все, это уже сделано. Если бы позвонили, говорит, за неделю до этого, я бы еще могла вам что-то помочь, там, отдалить дату, когда надо оплачивать. Говорит, сегодня я уже ничего не смогу сделать, завтра эта сумма автоматически будет забрана. Я говорю, а что вы можете мне сделать насчет мая? Она говорит, а что вы хотите, что вы предлагаете? Я говорю, я предлагаю не платить. Она говорит, не, я такое не могу вам сделать. Я говорю, елки-палки, а если бы я была рабочая мама? Ну, скажем, я рабочая, да, я не рабочая мама, но если бы я была рабочая мама и, скажем, именно моя зарплата оплачивала эту приватную школу. И теперь из-за вот этой хомскулинга, из-за этого обучения на дому, мне надо сидеть дома и обучать детей. Я делаю вашу работу, так сказать, да? И, в общем, никаких скидок, никаких. Это самое единственное, что она сказала. Я могу продлить, в общем, дату, когда нам надо оплатить, до июля. Короче, у нас было немного стрессовое такое утро. Дэнни наконец-то встретился с реальностью. Ну, я думаю, что после этого мы реально больше, короче, попрощаемся с частной школой. Трудно, потому что привыкла уже к этому, знаете, уже родная эта школа. 14 лет
Мои дети туда ходили, я туда ездила. Двое вот будет получится, что окончили эту школу, и четверо будем думать что-то другое. Возможно, будем переходить на домашнее обучение полностью. И ну, сын, он и так хотел, теперь моя очередь подключаться к этому делу. Ну, вы знаете, я бы не сказала, что мне совершенно не нравится. Ну, нормально. Ну, например, Скарлетт справляется очень хорошо со своей работой. Yes, baby. Yes. Can you watch Puppet Show? Yes. Can you watch Puppet Show? Yes. Скарлетт справляется очень хорошо, я просто потом иду за ней проверяю. А так она самостоятельно неплохо все делает. Старшую я вообще даже не трогаю. Хотя надо бы проверить, наверное, на всякий случай. Ну, они у меня и в школе, в общем-то, очень грамотные были, в общем, без проблем. Особенно Джульетт, она ответственная на этот счет. Габриэлу надо проверить, чисто потому, что он иногда невнимателен насчет того, чтобы сдать вовремя, да. Он, может, это сделал, а не сдал. Кстати, я тоже, у меня проблемы с этим, потому что по физкультуре я не сдала вовремя фотографию, что мы сделали наше упражнение. Вы понимаете, тут какая система, это не просто сделай, еще надо прислать фотографию, что мы это делаем. Короче, немало баба клопоту. В общем, как-то так. У нас заканчивается последний галлон молока. И когда Дэнни ходил? Когда Дэнни ходил у нас в магазин? Напомните мне. Пятница, да? В пятницу он продукты приносил. Значит, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Нам надо молоко опять. Ну, конечно, так как нам надо молоко, он заодно говорит, пиши, что еще, чтобы уже, если скупляться, так скупляться, а не за одним молоком ехать. Ну, это понятно. Это все понятно. Короче, день все. Теперь мне рисковать своей жизнью, жизнью своей семьи. Блин, мне вот пишут это самое, знакомые, ну, подписчики с Нью-Йорка, с Калифорнии, и они наоборот. Говорю, Дэнни, ты понимаешь, что некоторые люди считают благословением, что работа еще есть, что не забирают работу. Тебя работают и пока не забирают. Ну, как я уже сказала пару дней назад, у нас включилась паранойя. Он также начал там изучать, у него что-то высокое давление, что эта болячка, короче, цепляется именно на людей с высоким давлением, более, ну, главное делай все предосторожности, которые надо, да, маска, перчатки. Он уже говорит, ой, я даже нашел этот самый, вот этот такой балдахин. Он обычно его использовал, чтобы красить дом, чтобы краска не попала. Говорит, ну, говорит, я, наверное, пока еще до этого экстрима не дойду, но если что, у меня это есть. Да, вот такие дела. Никакого у меня праздничного настроения нету. Думала, может, что-то особенное на завтра сделать. У нас завтра 20-летие свадьбы. У нас такого еще никогда не было. Мы обычно мы выходили в ресторан. Когда старшие дети были младше, то в ресторан мы не выходили, потому что у меня мама здесь не жила. Ну, как что получилось. Выходили вместе. Иногда с детьми выходили. Ну, короче, праздновали как могли. Сейчас я даже не знаю. Я даже не знаю, как мы будем праздновать. Будем ли мы праздновать. Реально мне сейчас не за праздника. Вот. Тут еще юмор. Перевод. Ну, это как фарфоровая свадьба, годовщина, 20 лет. По-моему, фарфора. Фарфора это называется. Ну, короче, в переводе на английский это называется China. И Китай в переводе
с английского тоже China. Я говорю, вау, Дэнни, смотри, какая ирония судьбы. На нашу China anniversary, нашу China годовщину, мы будем сидеть в карантине от вируса из China. Так что такой вот прикол. Я буду настроение себе понимать чисто женским методом. У меня кусочек рыжика моего. Он сейчас намного нежнее. Первый раз, как я только его сделала, я его поставила в холодильник. Это как это масляный крем. Он просто застыл, ничего не это самое, не пропитался толком. Теперь я его просто в гараже поставила. Там немного прохладнее, но не так тепло, как внутри, да. И намного лучше. Вкуснота, лепота. Хоть так будем праздновать. А, насчет декорации, да, Лиля, я знаю, я уже думала. И пока нет желания мне высовывать декорации. Пора думать уже о Пасхе. Мне тут напоминают. Нет у меня чувства, что Пасха на носу. Наших детей отправила прыгать на трамполине. Дэнни все-таки выехал в это самое. Магазин. Долго мы составляли наш этот самый, наш список, чего купить. Че я запыхалась? Я, короче, пока дети во дворе, хочу помыть полы. То есть я уже начала мыть полы. Половину кухни вымыла. Моем хлоркой. Да-да, Оля, я знаю, ты сказала, что это дурное дело. Ну, главное верить, да, главное верить. Вера, кто верит в святую воду, им помогает. Кто верит в святую хлорку. Но дело в том, что Дэнни говорит, надо помыть хлоркой, а потом это все еще вымыть свежей водой, чтобы по хлорке не ходить. Так что двойная работа, друзья. Пошла заниматься делом. Девчачью комнату. Дом пахнет как либо больница, либо бассейн. Не знаю. Уже Дэнни вернулся с продуктом, а я все еще веселюсь на курорте Швабра. Мой ужин. Пицца с нам хлебом, с грибами, сыром и халапеньо. Ой, я себе глаза, глазюки размазала, да? Ой, да. Короче, я размазала себе глазюки, не обращайте внимания. Мы с детьми играли в игру опять, то, что я показывала, мы на следующий день Габриэла играли. Блин, good night. И малышня уже заснула. Скарлетт так понравилось играть, она не хотела идти в постель, уже 10:30. Я сказала, все, последний раз и идем спать. Прикиньте, Лиля мне написала, в Айдахо было землетрясение, и не маленькое, 6,5 баллов, 6,5 баллов, прикиньте. Она говорит, что дом трясло конкретно. Она очень испугалась, схватила малую, а малая смотрела мультики. Малая давай орать, потому что она мультики хотела смотреть. Ну, говорит, испугалась, но отделалась, в общем, испугом, все нормально. Так что, да, я говорю, убежала с Калифорнии, а тут, оказывается, тоже землетрясение, вот. Дэнни говорит, ох, неспроста, говорит, тут и вирус, тут вам землетрясение. Ну, Дэнни как Дэнни. Ладно, я с вами буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч. Bye-bye. Bye-bye, Blob. Blob, say пока. Пока. Пока, Blob.